Да, наш уважаемый Юрий Николаевич Агещев, координатор Союза православных братств, старейший член Союза православных орденоносцев, только что вернулся из Черногории, из Сетения, из митрополии, где общался с митрополитом Черногорским и Приморским, владыком Филохием, нашим большим другом. Вот он хочет нам, значит, передать дары из Сетинской митрополии. Предоставляем ему слово. Действительно, я рад был недавно посетить Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви и побывать у владыки Амфилохия. Мы совершали поездку по Словении и странам, близ нее находящимся. И по приглашению владыки Амфилохия мы прибыли в Цетине, где от войсковой православной миссии наградили владыку Амфилохия орденом во имя царя-мученика Николая II. После чего у нас состоялась достаточно длинная беседа, братская, поскольку мы очень уважаем владыку. Владыка Амфилохий просил передать его архипастырское благословение Союзу православных орденоносцев и его пожелание и далее нести знамя русской монархии и прославлять государя. Наша делегация войсковой православной миссии наградила его орденом во имя царя-мученика Николая II, которого владыка очень почитает. Что касается Союза православных орденоносцев, то его отношение всегда к этой организации было очень теплое, дружественное, и доказательством всего по благословению владыки и руководства Цетинской духовной академии Леониду Донатовичу Симоновичу Никшичу была выписана грамота благодарственная за многолетнюю работу во благо единства России и Черногории, которую мы и вручаем Леониду Донатовичу. Спасибо, Господи, Юрий Николаевич. Наша огромная благодарность владыке Амфилохию, митрополиту Черногорскому и Приморскому, который является нашим старым другом и духовным лицом, духовным чадом, которого мы во многом являемся. Мы в Сербии и Черногории действительно не раз бывали и старались сделать все, что можно. Мы, кстати, открывали в городе Никшичи памятник Вячеславу Михайловичу Клыкову, Пресвятой Богородице и многие другие. Где присутствовал король Александр Георгиевич. Да, король Георгиевич, да, присутствовал, да. Вот. Ну и там, в общем, вообще там Никшич, там мои самые ближайшие родственники живут. Поэтому действительно для Черногории старались, что можно делать, как и для Сербии, кстати. Поэтому мы очень благодарны еще раз. Вот эта грамота, мы ее вам показываем. Вот эта грамота, где написано «Сербская православная духовная академия святого Петра Цетинского в Цетине. Благодарственная грамота дана Леониду Донатовичу Симоновичу Никшичу за бескорыстную помощь нашей духовной академии и единства России и Черногории. Просим вас принять от нас выражение нашего самых теплых пожеланий. Пусть Господь молитвами святого Петра Цетинского благословит вас, или, как здесь написано, подарит вам, и всем вашим, то есть нам всем орденоносцам и Союзу православных братств самое глубокое благословение и пожелание добра, силы, здоровья и всего остального. Да, ректор Академии, священник Гойко Перович, 30.01.2014, и печать. Вот, пожалуйста, еще раз демонстрирую эту грамоту, еще раз благодарю Юрия Николаевича, который совершил огромное путешествие, очень трудное. Спасибо ему огромное, Юрий Николаевич, да, ему максимум здоровья. Я тоже был очень рад совершить эту поездку и полагаю, что данная грамота будет молитвенной памятью и Леониду Донатовичу, и Союзу православных орденоносцев, как бы дар на расстоянии тысяч километров
и наилучшая память о владыке. О владыке настоящем монархисте, человеке, который почитает глубоко царя-мученика и который много делает для мирового православия, в том числе для сербского, русского, для вселенского. Спасибо, Господи.